Привет, дорогие друзья! Надеюсь, у вас все хорошо. Вы не переживайте, что мы так долго не выходим с вами на связь. Погрязли в работе, да и еще навалилось на нас. Пристраиваем двух кошек. Ранее мы показывали вам сюжет о пристройстве кошек и котят, которые остались одни в пустой квартире после смерти пожилой хозяйки. Родственники отказались забирать себе этих кошек, поэтому мы решили помочь им обрести новый дом. Две кошки жили у бабушки, хозяйка умерла, и их пришлось быстро пристраивать, ввиду того, что хозяин этой квартиры уже утопил или что-то сделал с котятами одной из кошек. Как вы помните, один котенок там остался, мы принесли его домой, пристроить не смогли, и из этого котенка, так сказать, появилась наша кошка Алиска. То есть выросла из этого котенка, да. Она сейчас с нами, мы решили ее никуда не отдавать. Эти две кошки все еще находились на той квартире. Как могли, ухаживали за ними, приходили, навещали, но пришло время, хозяин этой квартиры решил ее продать и сказал, что кошек я просто выкидываю на улицу. Ну, как вы знаете, наши добрые сердца не могут никого оставить на улице, мы решили принести их домой. Но это не значит, что мы их оставим, потому что у нас очень много животных, очень много кошек и много птиц. Никак. Мы поместили их в одну комнату, они сейчас там привыкают в этой комнате, и будем в срочном порядке искать им новых хозяев. Так, ну что, друзья, выпускаем котиков. Дикие, напуганные. Настрадались, конечно. Сейчас главное не трогать. Две подружки. Вот это вот черная, это мама Алисы. Вот. А это просто очень красивая трехцветная кошка. Черная кошка, мама Алиски, вышла первая. Конечно, она до сих пор боится, забралась под стол и тихонько сидит. Вот у нее внизу, видите, шерстка грязная от пыли. Чуть попозже я все это уберу. Сейчас нужно дать время, чтобы кошки привыкли. Пусть отдыхают. Видите, какая красивая и пушистая мама Алиски. Это вот мама Алиски, пушистая. Алиска будет примерно такая, но окрас она взяла именно с отца. Трехцветная кошечка пока не решается выходить. Ну, пусть отдыхает. Видите, какой у кошек стресс. Все, кошечки, я закрываю двери. Отдыхайте. Попозже к вам зайду. Друзья, прошло немного времени. Кошки устроились на подоконнике. Конечно, они все еще в стрессовом состоянии. Будем ждать. Пусть отдыхают. Им нужно время. Если собака, которая пришла за хозяином в новое жилье, сразу осваивается, ей главное, чтобы хозяин был рядом, то кошка очень стрессует в новом месте. Вот знаете об этом, когда будете перевозить своих кошек в новое жилье. Я надеюсь, что эти кошки быстро найдут нового хозяина, и больше у них не будет смены обстановки. Они будут жить свою долгую жизнь в хорошем месте, где их будут любить. Вот черная кошка примостилась. Да не бойся. Привыкай, все будет хорошо. Привыкай. Мама Алиски. Вон, посмотрите, какая красавица. Какая красивая кошка. Если вдруг кто-то из вас хочет завести взрослых кошек, я, увы, не знаю, сколько им лет,
Ну, старыми они не выглядят, ну, я думаю, в самом расцвете сил. Хорошие, спокойные кошки. А когда они привыкнут, они будут еще спокойнее. Вот. Если мы найдем поистине любящего и доброго хозяина для этих кошек, мы попробуем переслать этих кошек в другие города. Это будет не проблема. Главное, чтобы хозяин был хороший, потому что по нашему городу и по области мы пока не нашли нужного человека. У нас были звонки, нам писали люди на Авито, на Юлу, но очень часто сообщения были странного характера, то есть там либо на какую-то ферму хотели забрать, либо вообще непонятно, что с кошками сделать. А кошки домашние и таких красоток, ну, в такие места отдавать нельзя, только в квартиру, только к любящим хозяевам. Вот, чтобы кошки не испытывали стресс. Поэтому, друзья, если кто-то из вас заинтересован, я сделаю небольшую фотосессию для кошек, чтобы вы увидели со всех сторон. Только их немного нужно очистить, потому что они все в пыли, а сделать это сразу нельзя, так как кошки еще не привыкли. Вот, накидаю вам фотографии, если нужно, поснимаю побольше их на видео, вы увидите их характер. И если кто-то из вас, может быть, ваших знакомых, поспрашивайте, захочет таких кошек, то мы с радостью отдадим. И, конечно, хотелось бы сделать так, чтобы эти кошки попали в одну семью, обе сразу, потому что они две подружки, возможно, две сестрички, не знаю, и привыкли жить вместе. Было бы хорошо отдать именно в одни руки двух кошек. Отдельно хочу сказать про кота, отца нашей Алиски, вот эта черная кошка, которую мы принесли, и большой полосатый кот, похожий на Мурзика. Мы его однажды пристроили. Киса, все, приехали на место. Киса. Да пристроили так, что он сбежал из частного дома, хотя сказали... Хозяева сказали, условия прекрасные, все будет отлично, кота там не выпустим. А в итоге было так, что они кота к себе забрали, и может ребенок, может еще кто открыл просто входную дверь, кот убежал. Мы позвонили через пару дней, спросили, она сказала просто, так кот-то убежал. Я такой, а почему вы нам не звоните? А зачем? Вот так вот погубили красивого, наивного и доброго кота, который похож на нашего кота Мурзика. А что с таким котом будет на улице? Вы думаете, он выживет? Кто-то скажет, да нормально, акклиматизируется, привыкнет, будет воробьев ловить. Нет, ничего подобного. Такие домашние кошки, которые боятся даже домашних птиц, там, голубей, нет, ничего хорошего на улице с ними не будет. Разорвут собаки, попадет к плохим людям или просто умрет от голода, к сожалению. И, конечно, с этими кошками хочется, чтобы такой ситуации не повторилось, и мы тщательно выбираем хозяев. Может быть, настолько тщательно, что не получается пристроить многих животных, и уже тут скопили такой зоопарк. Потому что у нас жесткие критерии отбора нового хозяина. Вспомните ситуацию даже с собакой Ладой. Вот так вот. Ладно, дорогие друзья, не буду вас мучить. Пожалуйста, пишите, если кто заинтересуется. Что-то будем думать. Обязательно придумаем. Пусть малышки живут в новом доме, семье, которые их будут любить и оберегать. Спасибо за внимание. Всего доброго.